Ну что, ребят, всем привет, меня зовут Ник, сегодня будем открывать вот эти вот крутые яйца за 666 тысяч. Как вы видите, на моем балансе 300 миллионов кэнди-коинов, и я думаю, сегодня будет очень смачное открытие, и мы выберем как от минимум один мифик. Вчера вышла очень крутая обнова, и я выбил целых два мифика. Да, ребят, я реально их выбил, то есть, не затрейдил, ни что-то другое, а именно выбил. И это очень классно, ребят. Вот, вот такие вот у меня статы все есть, вот, очень много вот таких есть разных, ну, в общем, очень круто. Ребят, кто знает, что это за машина, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот, в принципе, может, кто-то уже знает сливы какие-нибудь мощные, то есть, ну, короче, вы поняли. В общем, ну, наш план сегодня, я буду открывать яйца, некоторые яйца я буду открывать в ускоренной съемке, конечно, вначале мы немножко поговорим, потом ускоренная съемка. И потом, некоторый момент, допустим, когда выбить там Лего, мифик. Ну, кстати, ребят, шансы на мифика и на Лего очень жестко подкрутили. Очень прям максимально подкрутили. Ну, в общем, давайте начинать. У нас вот тут вот такое вот количество. Ультралаки и суперлаки заюзаны. Погнали. Ну что, вначале я немножко комментировать буду. Три рарки обычных. Вот это, конечно, повезло, повезло. О, радужная рарка. Нормально. Хорошо, дальше. Дальше у нас Лего, конечно же. Я, в принципе, и не сомневался, что нам будет выпадет Лего. Хотел бы я радужную Лего, потому что, ребята, я вам честно говорю, радужная Лего тут падает очень часто. Вот, смотрите, две Лего, у меня уже четыре Лего было в сумме. Понимаете, насколько подкрутили эти шансы? Вот еще две Лего, ну, понимаете, как бы, ну, мифик сейчас просто будет спокойно падать. Вообще, я уверен, как бы. Вот, поэтому давайте, в общем, открывать. Вот, ну, это, в принципе, все пока что очень неинтересно. Вот, хотел бы радужную Лего. Вот, кстати, я думаю, после этого открытия я сделаю радужную Лего себе, возможно, даже две. Не знаю, ребят, типа, ну, что еще сказать. Вот, кстати, ребят, думаю, будет раздача, возможно, даже сегодня, возможно, завтра. Я думаю, еще пооткрываю яйца, плюс-минус на 300 миллионов, и буду из этих всех делать раздачу. Возможно, даже сделать розыгрыш мифика или леги там какой-нибудь. В общем, все такое. Пока что нам падает всякая чумня, я не знаю. Мы потратили уже почти 50 лямов. О, золотой Лего, выпала золотая Лего. Так, мы уже потратили с вами 40-35 миллионов. Что-то мало как-то. О, радужный Вервульф. Он сносит 3 миллиарда урона. Да, ребят, это, в принципе, неплохо. Вот, и как бы, ну, реально неплохо. Так, ребят, я вот только зашел на маленький сервер, здесь уже Вервульф. О, ребят, там челы, просто челы пишут, что... Этот, что мне выпало? Can I have one Grim Reaper? Понимаю, ребятки, понимаю. О, Лего. О, радужная. Ой, блин, золотая обычная Лего. Чё? Каким образом оно мне падает? Ребята, объясните мне, пожалуйста. Радужная Лего! Чего? Я не понял. Чего? Как? Объясните мне, я вообще не понимаю. Радужная Лего. Она ж 5 миллиардов урона сносит, ребят. Очуметь, 3 леги, и одна золотая. Что? Еще золотая лего. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Еще лего. У нас уже осталось 237 миллионов. Еще 2 леги, и одна золотая. Что? Ребята, да шансы явно подкрутили. Я не понимаю, что здесь происходит. Очуметь. Вообще, ребята, это такая жесть. Радужная Лего нам выпала. Фух. Ух, мне аж немножко... мне немножко аж не по себе даже как-то. Так. Короче, это жесть. Грим вампир, ладно. Лего обычная. Фух, еще одна Лего обычная. Да это вообще жесть. Какая радужная Лего, ребят. Ну вы же шутите. Я жду мифика. Вот все, мне Лего уже хватит, я думаю. я уже реально жду мифика. Вот Лего, ну, в принципе, ничего необычного. Кстати, мне, ребята, очень нравится, как выглядит Лего. Вот тут написано, вот смотрите, Эпик, да? Рарка написано, вот мне нравится, как написано Лего. Вот видите, Лего, прям так красиво написано. Боже, я вообще, типа, ну, ребят, кто согласен, что шансы очень мощно подкрутили, прям очень сильно, то ставьте лайк. Потому что мне как бы через каждые три яйца падает Лего, может даже и две сразу, может даже и три сразу, блин. Ладно. Продолжаем дальше открывать, у нас остается 200 миллионов, мы уже потратили 100, но нам выпало очень много лег. О, радужный Вервульф, это тоже очень хорошо, прям максимально хорошо, отвечаю вам. Так, Голден Вервульф, ну, плюс-минус норм. Еще Голден Вервульф, ну я, в принципе, из них могу делать радужного, а потом делать фьюзы. О, две леги обычных, да. О, золотой я быстро, что? Ребята, не понимаю, как? Как? Вот вообще это как происходит?
У нас осталось 200 миллионов, и мы с первых 100 миллионов выбили уже очень много золотых лег. Я даже не знаю, что с ними делать. Мне их делать радужными и в свою команду ставить. Золотая лего! А, блин! Это жесть! Вот смотрите, делать радужные и ставить в команду свою, ну, в эту, чтобы фармиться. Либо же и фьюзить. Мне очень стрёмно, я не знаю, просто мне как-то стрёмно даже это все будет делать. Кстати, что у нас по реакциям? Please fit. Не, ребят, дайте, пожалуйста, бит. Ну, я, в принципе, не сомневался, что у нас такие сейчас будут этот запросики в комментариях, в этот, в чатике. Ну, пришел чели какой-то. О, у него два радужных аксолотла. Ну, кстати, аксолотли, ребят, падает полная шиза. И раньше падала лего на 4 миллиарда урона, сейчас падает, ну, не очень. Сейчас падает вроде... Блин, сейчас вспомню, что она точно падает. Сейчас. Там падает, короче, Вервульф радужный. Да, падает радужный Вервульф. Это очень печально, если честно. Прям, это вообще жесть. Боже, радужная лего. Я не могу от этого отойти еще. Какая радужная лего? Вы что, угораете, блин? Чумить можно. Ладно, ребят. Золотая лего! Что? Золотая лего! Еще одна лего. Вы что, жуете, что ли? Какого черта? Мне лего... Мне кажется, радужный Вервульф. Так, мне кажется, мне леги падают чаще, чем эпики. Это типа вообще без шуток. Радужный вампир, бэт. Ну блин, уже всему можно радоваться, если честно. Прям вообще. О, капец, у меня вообще тут сердце прям стучит. Мы уже половину всех коинов потратили. Думаю, дальше будем все это в перемотке. Или же, да ладно, давайте, ребят, я уже в конце видео вам покажу все, что мне выпало. Все. Ну что, ребят, смотрите, такая тема. Я, конечно, да, пофармился. Вот. Ой, спалил немножко. Короче, я пофармился, ребят. Ой, блин, какой пофармился? Я, короче, открыл все яйца. Да. Но я выбил только... я не знаю, вот сейчас вам покажу, что я выбил. Как вы думаете, выбил я одного мифика. Смотрите, два у меня было. Ну что? Да, ребят, я мифика не выбил ни одного. Но, по крайней мере, я сейчас могу сделать несколько лег радужных. Вот, как минимум две точно смогу сделать. Возможно, там повезет три за и сделаю. Ууу, сколько у меня этих лег. У меня просто лег очень много. О боже, сколько у меня этих бетов. Скоро буду всех фьюзить, ребята. Ждите ролик на канале. Проверять буду все фьюзы. А пока что давайте быстренько сделаем все мне радужных, золотых. Лег, что ли, я не знаю. Не, давайте только радужных сделаем. Сейчас быстренько тэпнемся. Вроде там на майн надо. Да, вот на майн. Отлично, так, отлично, вот сюда вот идем и делаем себе из 5 сначала. А, так тут, возможно, даже и там 3 останется, да. Возможно, все. Да, получилось. Фу, есть, получилось, найс, отлично. Вообще, у меня теперь уже этих штук 5. А, давайте, и еще 88, ну, да, есть. Ну, блин, хотя, чем я радуюсь, 88% все-таки. Ну что, 3, 3, возможно. 3 шанса подкрутили. Да! 3 есть, ребята, 3 есть, есть. Ебай, ебай. Что, настолько у меня сильная команда, что я уже не юзаю мифика? Чего, ребята, куда? Мне мифик нужен. В смысле, вы что, шутите, что ли? Мне уже мифик не надо юзать одного. Чего? Я не понял сейчас прикола. Никакого вообще. 90 дали. Короче, какой у меня урон в сумме? Вот это баг, ребят. 320 миллиардов. Ну зачем эти баги, ребят? Какие 320 миллиардов? Ну вы что шутите, блин, боже. 320 миллиардов. Вообще, такой угар. Ну хотя, смотрите, тут, конечно, дают такие, блин, чары сразу вообще ненормальные какие-то. Конечно, можно и почарить. Ну, не, ну, ребят, ну это явно не 320 миллиардов. Я потом перезайду. Ну, хотя, блин, 320 миллиардов. Давайте, ребят, сейчас с вами перезайду и проверим. Ребят, я, конечно, все понимаю, но у меня не меняется значение 320 миллиардов урона. Не понял сейчас. Это что значит? Это, типа, вообще прикол? А что так много? Я не понял сейчас. Это, по-моему, это, ребят, слишком много уже. Ну, блин, подожди, стоп. Сколько я сейчас буду зарабатывать с удара одного? Нет, 320 миллиардов, ну, типа, не может быть. Это явно зависло, но немножко. Прям явно. Сколько я... Вот смотрите, без суперлаки. 100 тысяч. Ну. Это же не 100 тысяч. Я не могу зарабатывать 100 тысяч с 320 миллиардов урона. Это явно. Да не, ребят. Ну, короче, произошел какой-то баг, но 320 миллиардов урона у меня нету.
В общем, вот такое вот получилось открытие. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Педов, которых я убил, сейчас видите на своем экранчике, божечки, это просто капец полный. Вот они все, как бы, ну вот беты. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем покедова!